конкурс проводился первый раз в 2014 году, и сейчас уже беспрерывно третий раз мы, или четвертый раз уже идем. А всего в четвертый, а вот так вот вообще с 2016 года третий раз. История конкурса вам всем известна. Мы от имени партии «Единая Россия» на конференции обращались к президенту Республики Татарстан, Рустаму Нургалиевичу Миниханову, и он вот уже который раз этот конкурс поддерживает через правительство, через выделяются средства на проведение конкурса, на конкурсной основе предоставления грантов некоммерческим организациям, которые осуществляют социально значимые проекты. Если бы этот конкурс не был эффективным, я думаю, что ни президент, ни правительство его бы, конечно, не поддерживали. Мы ощущаем, что действительно есть большая помощь. Во-первых, ну, мы здесь, потому что заинтересованы в развитии гражданского общества, некоммерческого сектора. Но я думаю, конечно, не только мы втроем тут заинтересованы. Это на самом деле очень такое приоритетное направление развития республики в целом, укрепление вот гражданской активности общественных организаций, некоммерческого сектора. Это на самом деле очень важно. Это такой тренд в целом в Российской Федерации, поскольку и очень много у нас различных конкурсов проводится и под эгидой президента Российской Федерации, различных министерств, и в том числе и у нас в республике тоже. Антон Алексеевич об этом обычно говорит, когда мы в таком формате проводим пресс-конференцию, но я сейчас говорю вот об этом конкурсе с 35 миллионами грантовой вот этой фонда грантового, скажем так, да, выделенного президентом по инициативе «Единой России». Ну, конкурс направлен на то, чтобы содействовать реализации социально-экономических приоритетов Республики Татарстан, созданию условий для повышения качества жизни граждан, поддержки в решении актуальных социально значимых вопросов муниципальных районов и городских округов. Как это на самом деле проходит, расскажет, я думаю, что Олег Владимирович, потому что оператором и ответственным центром ответственности за организационные все вот эти моменты является Министерство экономики нашей республики.